Святые мученики Сергий и Вак жили в III веке нашей эры. Тогдашний римский император Максимиан назначил их на высокие армейские должности, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов. В то время это считалось государственным преступлением. Максимиан приказал лишить мучеников их воинских званий, чтобы высмеять и унизить бывших легионеров, одели в женские платья и водили по городу железными обручами на шее. Затем император опять попытался убедить Сергия и Вакха отречься, но святые были непреклонны. Тогда Максимиан повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Тот был обязан своей должностью двум военачальникам. «Отцы и благодетели», — сказал Антиох, — «будьте милостивы не только к себе, но и ко мне. Я не хотел бы предавать вас мучениям». Святые мученики Сергий и Вакх ответили, что для них жизнь — Христос, а смерть за него — приобретение.